Всем привет, это канал Physics A, и да, вот такая вот игра Freddy Fazbear's Pizza Simulator. Сегодня мы в нее поиграем. Некоторые называют... Ё-моё, микрофон, куда ты упал? Некоторые называют эту игру FNAF 6. Ну, не знаю, посмотрим. Вообще-то эта игра бесплатная, ее можно спокойно приобрести в Steam. Кто не знал, итак, если честно, я не знал, когда я первый раз узнал об этой игре. Игра будет не маленькая, как я посмотрел по количеству роликов на Ютубе. Будет что-то, значит, интересное. Окей. Так, украсить пиццерию или прийти в пиццерию? Давайте украсим. Сделай свою пиццу. Пепперони. Давайте добавим так сосисочек. Грибочки не все любят, поэтому добавим лучка и перчика, да? Окей, давайте вот такой будет у нас. Идти в пиццерию. Так, окей, мы сделали нашу пиццу. А что мне надо делать? Так, VSD управлять. Так, собирай пиццу. Shift. Кидать пиццу? Я что, могу кидать пиццу? Это как... Ой, как максимально я могу брать пиццу? Ой-ой-ой, у меня прям стопочка хорошая такая. А, все, это максимум. Окей, то есть мы вот так их кормим, да? И чё? Ну окей, налови. Ребята, вам немного? Уже две пиццы. Сколько? Ага, им надо три пиццы кидать. Я понял. Раунд второй. Да. Окей, допустим. Блин, клавиши. Черт. Так, подождите-ка. Как это убрать? Черт. У меня тут теперь висит рядом. Вы хотите включить залипание клавиш? И надо это как-то убрать. Черт возьми. Все, мы продолжаем. Я вернулся. Залипание клавиш не включил, слава богу. Поэтому надо аккуратненько в них кидать. Потому что часто не надо нажимать на Shift. Зачем такую кнопку вообще выбрали? Ладно. Опа. Я так понимаю, он нам будет мешать, да? Тогда... на. Блин, не попал. Оп, попал. А? Да что ж такое? Уйди. Уйди, ты мешаешь. Да что ж такое? Мне его тоже надо кормить, а? Ну-ка. Все, отстань. Я его когда кормлю пиццей, он останавливается. Поэтому... Так. Не успел до конца докормить его. Дай мне его докормить, а? Так, окей, успел. На, стой, уйди. Так, в смысле? Так. Да, ты издеваешься, а? Так, иди вниз. Все, я на себя накормил. Так, лови, пацан, лови. Так, минус одна пицца, походу. Ладно, надеюсь, это нам не помешает никак. Есть. Все. Черт, раунд. В смысле? Сломалась игра, все. Как много очков-то начисляют. Все, игра закончилась. Можно идти. Нет. Пошла вон отсюда. Пошла вон. Что я могу делать? Я ничего не могу делать? В смысле? Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Follow these instructions, document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. А убрать можно? Что надо делать-то? Document results.
Begin audio prompt in 3, 2, 1. Что происходит? Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Что он говорит? Я не понимаю. Какие-то звуки издаются еще. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Ебать. Она ушла? It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own hands. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. What are we talking about? We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. That's right, restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity. But don't forget about the money you had left over after buying your franchise package. Use it to decorate, buy a stage, buy attractions and animatronics, and much, much more. Now, let's take a look at a few things that will help you get started as a Fazbear Entertainment franchisee, such as atmosphere. Making sure your establishment has an inviting atmosphere is essential to bringing in new customers. Entertainment. Having a lot of entertainment value in your restaurant will ensure that customers come back. Bonus revenue. Coin-operated games and attractions can generate additional revenue. Я надеюсь, меня слышно вообще. Needs more money in your pocket. Ready for reinvestment. Health and safety. There may be times when you purchase something of questionable quality, and we don't blame you. Cutting corners is just good business. But there are steps you can take to ensure you don't get sued for it. And that brings us to liability. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now, which we are not confirming to be the case. This concludes the amount of help we are legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride, and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. What? Всегда вот такие фразы бывают под конец. Чё, так, чё это такое? Используйте cutting mode, чтобы предотвратить аниматроников и другие... другие всякие штуки. Так, используйте блупринты, мод, чтобы ставить объекты. Их как-то можно еще апгрейдить. Так, эта кнопка покупать. Ну, окей, допустим. Давайте начнем. День первый. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. Так, мне кажется, надо great. Погромче that should be говорить, more than enough. Потому что музыка now let's get какая-то. Started. On your left are your product catalogs. Хотя you если если я сейчас это вот тут микшегромкости открою, потише сделаю, вот хотя бы так. Products for each catalog. Нормально так? When you're finished shopping, click the button labeled Blueprint Mode to place your items. You can switch back and forth between Catalog Mode and Blueprint Mode as often as you like before opening your doors to the public. When you're ready to open your restaurant for business for the day, click the button labeled Finished in Blueprint Mode. Give it a try and do some shopping. ВСД? Ну окей, и... Ё-моё. Но у нас есть вот это.
А, все что ли? Закончим пока что. И... Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. Чего? You have a lot of work to do while patrons eat their pizza Ё-моё. In the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and Стой. Repairs to make. Once you've taken... Ой. Бля. Ё-моё. Я даже его не послушал. В смысле? Так, а тут... Что это за градусы? Да вы издеваетесь? Так, я тут, что ли? Сканирование. Ладно, пока... Аудио. Вентиляция какая-то. Другие... Так, ладно. Какая-то хрень. Эквайтмент. Ё-моё. Куда я пришел? А, слишком жарко, что ли? Надо проветривать еще помещение, ё-моё. То градусы отвлекают вообще-то, если чё как. Я по себе знаю. Ай. Вот так это работает, да? То есть надо каждый раз включать вентилятор еще. Так, еще можно, конечно, монитор выключить и все такое. А, можно и отключать, ага, понятно. У нас тут есть какое-то электричество вообще? Я не вижу зарядки. Нигде. Сейчас вентиляция включена. Но слишком холодно не надо, чтобы было. Вентиляция. Сканирование. Аудио. Сейчас еще нападет на меня кто-нибудь, а? Буду знать. Как ни хрена не понимать по-английски. Так. Нарастает температурка. Что сейчас было? Почему-то он так долго сканирует. А что мне делать, если кто-то приходит? Ё-моё. Ну, вот так и знал. Чё, FNAF 6, да, пацаны? Ай. Дождались, ё-моё. Давайте вентиляцию включим. А где время? Это деньги мои. Тут даже времени нету. Алло. В смысле? Может, как-то отсюда можно выйти из этого режима? А? Тенонос? Нет? Тенонос? Какой-то клоун еще? Что за фигня? Какие-то девочки? Что-то он как-то долго сканирует. Ой-ой-ой, температура. Стресс убавляем. Так. Может, как-то можно выйти из этого режима, потому что ни времени нету, ни что-нибудь еще. Даже ничего не сканирует. Ну, конечно, я всего лишь там, наверное, в своей пиццерии поставил только одни шарики. Надо было разобраться в том, то, что там происходит сейчас. Апс. Мне нужно, что я делаю, только температуру понижать, и все.
Ну хорошо, что даже здесь нету зарядки, а то я бы паниковал сейчас. И никого из аниматроников пока что нету. Это какой-то обучающий первый день, типа? Он ничего не сканирует вообще. Сейчас у меня прохладненько. Хотя температура очень быстро увеличивается. Ты что, вейпишь, что ли? Я не знаю. Да объясните мне, что тут надо делать? Надо было дослушать того чувака, да? А, мне что-то надо чинить тут, да? Ордер сломанные тарелки. Чё? Вроде что-то чинится. Так, вентиляцию, наверное, надо выключить. Так. И вот только они справляются постепенно, да? Сломанные пицца китс. Так, починили. Теперь тут надо, да? Напечатать файлы. Посты. Окей, ну, походу, вот что надо было сделать. Я тут мучился, думал, что делать-то. Что-то долго выполняется. И напечатать меню. Долго же печатать. Так, вот еще что-то осталось. Unclog toilets. Что это значит? Туалеты, я знаю, что это туалеты. А unclog, что это значит? Ой-ой-ой, температура-то увеличивается. Переставить... Пульсы какие-то. Ладно. Таск это как раз задание, вот. И походу надо каждый раз выполнять эти задания, да? Ну все, я все сделал. Я могу быть свободен? Ну это... Great job. А, вот, все. Like you're getting the hang of this. Now let's just focus on getting you through your first week. There's a big party here Saturday, конечно, and you should view that day as your ultimate test. Make it through Saturday, and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Я так понимаю, аниматроники вскоре появятся. Либо мы их сами должны как-то покупать, либо что-то происходить должно, не знаю. Congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. There is another aspect to your end-of-day routine, and that is inspecting and salvaging any animatronics found in the alley outside the back door. Things are found here quite often, and while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. Only, the safest 4. Thing to do is to throw prompt. It back outside. But then you get no money for the salvage. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. Отметил, да. Okay. If you do decide to try to salvage it,
then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, you can use it 3 times without damaging the hardware. Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Скусит вернуть в аллею или proceed with salvage. Зачем его возвращать на аллею? Пусть куда-то туда. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company as your taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it 3 times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Три раза ударит током аниматроника. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Но это же исправить нельзя. Почему нельзя исправить? Document results. Ёб твоим! Стоп, он ближе стал. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Стоп. Не показалось, он ближе стал. Document results. Я обойдешься. Ага. Begin audio prompt in. Он же двигаться будет. 2, 1. Типа не просто мне результаты его, как он вообще Document работает results. Вообще или нет? Я так и знал, сука. Что? Вы проиграли салвич какой-то? Победа. Тут побед. Чё? Чё? Ладно. Я не понял, конечно. Тут можно покупать... так, у нас... $267, да? Это мы не можем купить, что ли, да? Или что? Market down. А, не продается больше. Давай вот это купим. Все-таки тарелочки нам пригодятся. Сцена. Вентилятор. Бассейн. Невозможно уже. Ага. Ладно. Ух ты ж, дорогое. Сцена аниматроников. Одного, двух. Давай двух купим. Что такое? А, что-то новенькое появилось. Развлекательники так не продаются, что ли? А, или типа скидка. Колонки. Да, колонки купим. А, что-то еще есть интересненького. Шарики давай купим вот эти. А, что тут еще? Нужно это. Вот это давай купим. Ну, ой, тут новые открылись. Всякие штуки развлекательные. Но это опасно, конечно, выглядит. А, тут еще пишут мне... Так, это пока, наверное, не нужно. Блин, какие колонки, а? Ё-моё, тут всякие штуки. Еще новые сцены, светофор. А вот и аниматроники продаются. Они какие-то другие. Нитбир. Мистер Хиппо. Это от них надо избавляться, да?
Может, я их не буду покупать вообще? Ну нафиг. Блин. Blueprint мод. Не знаю. Ну, окей. Так, здесь мы можем, я так понимаю, оставить аниматроников. Тут всякие развлекательные штуки. Тут, получается, мы можем шарики поставить. Да? Все, больше ничего. Так, и все. Тут надо аниматроников ставить, я так понял. Ну и все. Да? Апгрейд? Нет, нельзя. Что? Принять? Ой, я деньги заработал за это. Риск 3. Я так понимаю, я должен продвигать свое... вот это, как его там... пиццерию, можно так сказать, и как-то обновлять ее. Тут, конечно, все сначала из дерева почему-то. Все деревянное. Сойдет. Окей, ну давайте закончим. Я так понимаю, то есть вот так это все работает. Почему-то я возвращаться обратно не могу. То есть сколько смог, столько и купил. И денег уже накопилось, да. Я могу покупать... я же могу вроде там что-то из этого купить. Ускоритель принтера, да? Давайте быстрый принтер купим. Сейчас аниматроников нету, то есть все нормально, в принципе. Только нафига я выключил это? Если я... добавлю себе... Ой. Пропустить. Теперь вот так все работает. Зря я это сделал. Теперь мне будет вылезать эта реклама каждый раз, да? Ай, ладно. Зато 500 рублей заработал. Ну что ж, погнали чинить. Возможно, тут будут какие-то аниматроники, которым не будут нравиться вентиляция, что-то типа такого. И поэтому мне надо как-то выбирать вот между этим. Что? В смысле? Сканирование. В смысле? Что? Да ладно, тут кто-то есть? Я ничего не слышу. А как мне избавляться? Пошел нахер! Бля, серьезно? Блядь, да вы издеваетесь, а как избавляться? Откуда? Попробуй снова, сказал он. Какого хрена? А как избавляться? Объясните мне, пожалуйста. А почему мне выскакивает вот это и Lost of Screams? А, много веселья, 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 веселья. Предупреждение о том, что могут быть... Куда? Чё так много? А, все, я убрал. Ого! Офигеть, вот эта картинка. Нажать Enter. Я типа проиграл, что ли? Да ладно. Ну окей, ладно. Вернуться можно? Нет, нельзя. Вот так мы сыграли в эту игру. Походу тут надо как-то продвигаться и желательно не умирать. Если я умру, то игра походу так закончится. Но я не знал, как избавляться от этого аниматроники, откуда он взялся, если я его даже не покупал. Из-за того, что я сцену купил, я не знаю. Ладно. Вот так мы сыграли. Если вам понравилось и хотите, чтобы мы продолжили, тогда
Пишите в комментариях, как все-таки проходить эту игру. Желательно поподробнее, чем больше, тем лучше. Если вы шарите в этой игре, пожалуйста, объясните мне. Ну, я тоже буду пытаться как-то разбираться в этой игре. Может, найду какую-нибудь вики-статью об этой игре. И все прочее. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК. Там можно предлагать игры для прохождения. Всем пока.